На конкурс дети читают стихи. Николай Сухановский, 6 лет. Город Северодвинск, детский сад номер 66. Стихотворение «Дед Мороз бумажный» Светланы Пшеничных. Дед Мороз бумажный, он седой и важный, с бородой и с мешком, деревянным пассажком. Целый год на антресоли он лежал в пыли, в неволе, а теперь нас стоит на стуле. Он под елкой в карауле поджидает Новый год. Тихо, слышите, идет!